Хор еще будет петь, мы еще будем молиться. Мы всегда молимся о нуждах, и это прекрасно, это хорошо. И мы много слышим свидетельств, что Господь живой, реальный, отвечает. Но я хочу, чтобы мы сегодня особенную молитву совершили. Друзья мои, если у тебя есть любая зависимость сегодня, любая зависимость, и ты не можешь освободиться от этой зависимости, я приглашаю вас к алтарю. Мы вместе будем молиться. Может быть, это зависимость от алкоголя, может, зависимость от табака, может быть, это зависимость от компьютера, от компьютерных игр, от наркомании. Друзья мои, любая зависимость. Если у тебя зависимость, которую ты не можешь победить, но ты хочешь освободиться, приходи, мы вместе будем молиться. If you have any addiction, and you want to be free, just come, and we're going to pray. Just come and repent. Скажи, я хочу освободиться от этой addiction. Я хочу быть свободным. Я хочу, чтобы изнутри меня текли реки воды живой. Я хочу быть наполнен Святым Духом. Я хочу исполняться силой Духа Святого, потому что Иисус сказал, вы примете силу. Аллилуйя! Аллилуйя! И мы будем молиться за нужды. Если есть нужды, приходите. Хор поет, мы молимся.